Привет, я на Степного Крыма. Сегодня 14 у нас. Уже мая 2022 года. Сейчас специально проедем ОМОД. Сейчас. Специально проедем по асфальту, по новому покажу. Улица Таврическая. Сними вот тротуарчик. Тротуарчик. Снимаешь справа? Сними справа тротуар и асфальтик, но справа я снял. Ага. Улица была ужасная, асфальт был больше 30, ехать невозможно было здесь. И узкая была дорога, сделали шире дорогу, сделали тротуарчик параллельно, еще все не доделали, еще все в стадии. Смотри, переулочек сделали сюда выезд, там раньше сделали еще асфальт переулочек. Нам надо в автомагазин, поэтому сейчас проедем по улице, сюда покажу. Вот здесь вот я снимал, показывал, как асфальт готовили, как его ложили. Вот, а этот асфальт направо раньше был сделан еще. Вот здесь вот ямы были вообще, реально такие, блин, катакомбы. Все выровняли, сделали аккуратненько парковочки. Теперь на рынок. Для рынка еще добавилось парковок. Смотри, сколько парковок добавилось. Суббота. Люди еще не знают, просто здесь будет все забито. А уже смотри, сколько стоит. Ну, да, уже много, но еще куча свободных. Но еще люди просто не знают. И вот там вот впереди центральный рынок города Красноперекопска. Здесь автомагазин, который нам запчасти надо забрать. Все. Выключай.